В стране выздоровели и выписаны 69 887 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 71 346 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено почти 1 505 000 исследований. Эти данные приводит Минздрав. По мнению директора Всемирной организации здравоохранения, пандемия влияет на психологическое состояние людей. Тедрос Гебрейесус считает, что это прежде всего связано с изоляцией во время карантина. У человека активизируются страх и тревога. В то же время глава международного ведомства подчеркнул, каждая страна сама решает, какие ограничительные меры принимать на основе собственных оценок риска.